Настроение вроде позитивное, все готовимся в рабочем режиме, все очень рады, что разрешили нам проводить дома первый игры плов. Хотим перед своими болельщиками выступить хорошо. Скажите, последний матч на Динамо-Риге как прошел для вас и насколько матч был важен в плане подготовки? Матч был в первую очередь важен для того, чтобы начать плов в родных стенах. Но очень тяжелый матч получился, как вы сами видите, 1-0 счет. Очень напряженный. Игра была как раз вот приближенная к матчу плей-офф, уже такая репетиция. Скажите, чем будете удивлять болельщиков завтра? Какой игрой? Мы стараемся быть как самих себя показать, которые мы вот играли весь сезон. Хотим сыграть именно правильно, чтобы оставить хорошее впечатление болельщикам. Скажите, на что особенно указывал Андрей Назаров при подготовке? То есть, чему больше уделяли внимание? У нас весь сезон внимание уделяем дисциплине, в первую очередь, на льду, так и в жизни. Поэтому не зря мы пропустили меньше всех голов в сезоне. Я думаю, что это самое важное. Дима, а были какие-то предпочтения у команды, вот с кем играть в плей-офф? Нет. С той же Рига или, может быть, выбирали команды, которые чуть ниже были? Соперников никогда выбирать нельзя, это как-то... Неправильно. Мы играли, как играли, то есть так получилось, что мы вышли на Ригу. Это случай, так случайно получилось. Но это нормальный вариант для Донбасса, так считаете? У нас любой вариант хороший. Мы как бы не выбираем соперника. Со всеми можно играть, мы это не раз доказывали в этом сезоне. И можно обыграть любую команду. Спасибо. Спасибо.